everyone, and welcome to Vintage NBA. I'm Robin Roberts. You know, with the Lakers having just won their second consecutive title, what better time to look back at the NBA Finals? So this week, we devote our show to the memorable moments in the league's championship series. We'll also relive what's been called the greatest game ever played from the 76 series between Boston and Phoenix. Только что мы с вами отсмотрели фрагмент великого финала чемпионата NBA, имеется в виду серия между Бостоном и Лейкерс, и сейчас целая передача будет посвящена вот именно великим фрагментам великих финалов. Ну и само собой, что мы сейчас много увидим вот таких бросков, которые будоражат в буквальном смысле этого слова, будоражат, наверное, всех и вся. И Стив Кер, один из людей, которые довольно часто забрасывали вот эти самые великие броски, вспоминает о своих любимых, наверное, моментах. Вот, в частности, о Курте Рамбисе и как же его били бостонцы, когда тот играл за Лос-Анджелес. Вот еще не попавшая трешка Мэджика и победа Бостона. My big opportunity came in Chicago, playing with the Bulls and playing in a perfect offense that was suited for my game. Michael Wood was the kind of guy who really could figure out what was going to happen before the play even occurred. И вот смотрите, 97-й год, игра номер 6, финала чемпионата NBA. Ну, естественно, вы помните, кто там сделал всю эту игру? На самом деле, у Чикаго была проблема с Джоном Стоктоном, да, который мог перехватить любой совершенно мяч. И вот Майкл вот в этом моменте в тайм-ауте сказал... Нет, Стив, бросать сегодня будешь ты. Вот, и смотрим на вот этот пас и вот этот бросок Стива Кэра. Вы знаете, курчава спаниеля команды Чикаго Буллс. И вперед выигрывает команда Чикаго Буллс эту игру, выигрывает команда Чикаго Буллс всю эту серию и выигрывает команда Чикаго Буллс чемпионат NBA соответственно. Ну и вот как раз ту самую историю Стив Кэр рассказывает уже по второму разу, да, когда Чикаго приезжает отмечать свой титул. Да, ну вот Майкл смеется, Фил Джексон тоже смеется, и Стив Кэр как бы герой этого матча, но в итоге он им и стал. Нервы, конечно же, у парня железные совершенно. Вот, и как раз шестая игра, тоже финала чемпионата NBA. Майкл Джордан, это уже сам Джордан забрасывает решающий бросок, точно. И Буллс выиграли 87-86, это уже следующий год, это тоже финал NBA, и это вновь Стив Кэр и Майкл Джордан. Они обнимаются друг с другом, просто самые лучшие друзья на веке. Вот. И сейчас мы с вами уже вместе со Стивом Кэром перемещаемся в дворец спорта Аламодом, где Кэр уже в составе Сан-Антонио Спёрс играет в финале против Нью-Йорк Никс. Ну, вот, тоже он чувствовал себя, естественно, не так, как в составе команды Чикаго Буллс. Джон Стоктон, Карл Малон, Чарльз Баркли. These guys have never won a ring. И, соответственно, но там он тоже сыграл свою роль в том, что команда победила. Да? И Стив Кэр впоследствии говорит, что Джон Стоктон, Карл Малон, Чарльз Баркли. Эти ребята никогда не выигрывали колец. И на самом деле... Эти ребята более достойны этих колец, чем я. Но вы знаете, я такой игрок, который обеспечивал кольца еще более достойным людям. Вот так. Так и не было. Именно так. Ну а на самом деле, сейчас Робин Робертс вспоминает еще один супербросок. Это Джим Пэксон в 93-м против Чикаго. Ну а... И потом, то есть после паузы мы с вами вспомним еще несколько супер-бросков, по-настоящему супер-бросков, которые решали судьбы финалов, судьбы миров и народов. It's gonna be a bright, bright
much they'll have to throw it up. Garher, turnaround, shot in the air. It's good! It's tied again! I don't believe it! Как раз в момент игры, которую мы с вами видели только что. Мэджик Джонсон делает скайхук в матче против Бостон Селтик. Ну а давайте сейчас посмакуем с вами вот эти моменты в финалах истории NBA. Первым из таких моментов является 47-й год, когда Philadelphia Warriors победила Chicago Stags в первом чемпионате NBA, и 8 тысяч фанатов как раз присутствовали на первой игре вот этого финала. Сейчас, конечно же, финал — это нечто другое. Туда собираются вообще огромное количество народу. Финалы транслируются на огромное количество стран, и миллионы телезрителей, миллиарды даже телезрителей становятся свидетелями вот этого действа. Ну и в 60-е годы, наверное, вот с этих годов можно вести статистику вот этих великих моментов. Ну и вот сейчас мы с вами увидим Билл Рассел, Бостон Билла Рассела против Чикаго, против Лейкерс. И мы увидим бросок, последний бросок Билла Рассела. Сэм Джонс говорит о том, что мы надеялись уже все на последнюю игру. И более того, мы все думали, что Лейкерс выиграет чемпионат. Но Билл Рассел говорит, что когда все игроки подошли ко мне, я сказал им что некоторые вещи о том, что вот как раз матч-то и подошел уже к седьмой игре. Игра проходила в Лос-Анджелесе. Вот как раз сейчас вы увидите волшебство Селтик на последней минуте вот этой встречи, седьмой встречи между Лейкерс и Селтик. Вот попадание Бостона. Фрэнк Дефорт говорит следующее, что Дон Нельсон сделал вот этот решающий бросок, который вот он, Фрэнк Дефорт, не видел никогда в баскетболе. Вот, и как раз теперь мы уже перемещаемся в другое время, ну и смотрим на Билла Брэдли, который рассказывает о том, как играла команда Нью-Йорк Никс, где не было индивидуальности, где была команда. И на самом деле вот здесь вот мы смотрим не за броском кого-нибудь из, из игроков Никс, да, но мы здесь смотрим за командой, в частности за Уиллисом Ридом, который вот смотрите вот в этом моменте повредил свою ногу. Затем пропустил, если я не ошибаюсь, пятую игру в матче против Лос-Анджелес Лейкерс. Само собой, что Лейкерс выиграли без Уиллиса Рида, просто разнесли Нью-Йорк Никс, а затем все это дело вернулось в Мэдисон Сквер Гарден. И вот посмотрите, что сейчас будет. В принципе, мы видели с вами моменты вот этой игры даже.
Но вот Уиллис Рид сейчас сам говорит, что я думаю, что это был шанс. Я на самом деле очень долго готовился к этому, и в раздевалке я все-таки дал себе слово. Я должен выйти на эту игру. Ну вот вы представьте себе, вот эта махина выходит, Лейкерс совершенно не представляет, что здесь происходит, 19 тысяч с половиной фанатов просто кричат и орут, что мы любим Нью-Йорк, и, соответственно, Уиллис Рид играет вот ради вот этой толпы и ради тех телезрителей, которые смотрят за этой игрой. И, соответственно, Нью-Йорк, чтобы не подвести своего центрового, ну, как еще можно играть, когда твой центровой, больной совершенно, вышел на площадку? Естественно, команда выигрывает. Волт Фрейзер, кстати, набрал 36 очков, 19 передач сделал и 7 перехватов. Теперь в 980-й давайте с вами перенесемся. Вот как раз то, что мы смотрели в рубрике «Исторические игры» Национальной баскетбольной ассоциации. И вот здесь вот мы как раз тоже будем оправдывать пословицу: было бы счастье, да несчастье помогло. Это серия между Лейкерс и Филадельфией. Значит, после того, как Лейкерс повели в серии со счетом 3-2, Карим пропускает шестую игру. Само собой, что Филадельфия в одной победе от титула, то есть Лейкерс проигрывали. Вот, и... Дело в том, что пропускал Карим Джабар шестую игру, ту самую решающую. Ну и представьте себе, что Мэджик Джонсон выходит и играет в позиции центрового, да? И защитник с ростом всего лишь 2.08, ну или даже нет, 2.04, играет просто великолепно, играет и за себя, и за того парня. Да, и сейчас Джерри Вест как раз говорит, что Ирвинг, которого, в принципе, Мэджик держал, он словно потерял Мэджика из вида. Словно этого баскетболиста не было на площадке, а возникал он исключительно под кольцом. Ну и это был первый сезон Мэджика Джонсона, причем вот в этой игре финальной он набрал великолепное количество очков, 42, плюс 15 подборов, плюс 7 результативных передач. При этом Мэджик стартовал на позиции центрового. Ну и вот вы видите, да, что... пять раз завоевывали титул баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс, пока им не перешел дорогу в 98 году Майкл Джордан. Ой, прошу прощения, конечно, не в 98 году, а в 90 году. И вот как раз именно 98 год, вот он, Майкл Джордан. И вот он, вот она игра против Юты. Вот посмотрите, насколько великолепен Майкл. Насколько он умеет вот именно выигрывать игры. Больше, в принципе, ничего и не нужно. Вот, пожалуйста, Майкл перехватывает мяч у Карла Мелоуна. И это просто невероятно. Майкл выигрывает матч. Вот Рассел он освобождается, шутя. И точно. Да, и Майкл Джордан побеждает на чужой площадке. Ну, бросок Джордана в 98 году дал Буллс шестой титул за 8 лет. И все 6 раз Майкл назывался MVP финала. Ну и на самом деле это является неким таким клубом MVP финальных серий. Ну вот после вот этого чемпионства был продан Скотти Пиппен, сам Майкл ушел из баскетбола. Ну а после всего, после паузы мы с вами увидим, мы с вами вновь начнем говорить о финалах, начиная с 47-го года. Playing piano and somehow wound up here, high above Madison Square Garden.
I watch the action and I try to anticipate, because once the moment's gone, it's gone for good. I think basketball is a very musical game. There's a certain flow to it, so it's a perfect match of two of my passions. And maybe it's not what my piano teacher had in mind, but I'm lucky enough to have a great view of a great game, and I just can't think of anything else I'd rather be doing than that. Section 13, row W, join a game, sir. People come here, they're like guests in my home. I make sure they find the right seat, and I make sure they have a good time. I just love being here and the adrenaline, the hype, the excitement. That's what I love. I can't watch too much of the game because sometimes people try to sneak into the wrong seat, but they gotta go. You're out of here. I love basketball, so this is the perfect place to work. I have a great job. I've got you under my skin. I have got you in the heart of me. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. As we log on to NBA.com, there's a recap of every NBA final. So let's go back to 1998 and Michael Jordan's famous shot against the Utah Jazz. Итак, снова давайте вернемся с вами и будем, скажем так, учить историю NBA, что ли. И, в частности, давайте смотреть на тех людей, которые делали последние броски в сериях, которые приносили победу и делали вот эти концовки напряженными и фантастическими. Ну и давайте... вспомним Хамфри Богарта и Касабланку, которая... Ну, на самом деле, здесь мы вспоминаем не только вот эти последние броски на последних секундах, но мы вспоминаем и различные фильмы, в частности, вот «Касабланка», где все действие разрешилось на последних секундах. Вот, и вновь нам показывают, пытаются показать различные американские вот эти сериалы. Вот, и сейчас L11 сотрудников госпиталя Мэш, далее 92-й год, это Эд Макман заявил, что заявил в прямом эфире шоу, что вот оно завершается, шоу Джонни Карсона. Затем Боб Дилан, Ринго Стар, Джонни Митчелл, Нейл Янг и Эрик Клэптон собрались для того, чтобы сыграть свой последний концерт вот тоже в одном и том же месте. В бейсболе теперь мы перемещаемся в 1960 год, который ознаменовался концом эры Реджи Уильямса. И как раз на последнем выходе к Бите он сделал хоумран. И вот на такой мажорной ноте он покинул Камден Ярд, точнее Фенвей Парк. И на самом деле вот после этого экскурса в историю мы с вами скоро совсем побываем на, наверное, одной из самых захватывающих вот этих самых финальных игр. You're telling me the Boston Celtics are actually the Boston Celtics? That is correct. So my choice is I either agree with the rest of the world or you. Uh-huh. Beat those Celtics. I love this game. I'm all shook up. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah.
hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. It started when you picked up your first ball. You were learning. Learning how to dribble, how to shoot. But there was more. Things that weren't as much fun, but just as important. Things that made a difference. You learned so much about this game. You even learned to love it. And just when you thought you knew it all, you learned a little more. There's a 2-inch thick line, 22 feet from the basket, that knows me well. I always know where it is, but I won't let it break my concentration. It comes from practice, hour after hour, shot after shot, until I forget that line, until I forget the gym, everything. That's when my stroke is pure. Over 300 games have been played in the NBA Finals. Да, и около 300 игр уже было сыграно в финалах чемпионата NBA, но все-таки одна из них выделяется. Это пятая игра финальной серии 76 года между Фениксом и Бостоном. Эта серия проходила в июне, и в Бостон-Гардене на самом деле... And Mindy Rudolph. Вот как раз Рик Берри и Мэнди Рудольф и Брэд Масбургер комментировали эту встречу. 4 июня 76 года. Ну, друзья, если я не ошибаюсь, то эту игру мы с вами, во-первых, смотрели вот, в рубрике Vintage NBA, но вот просто не помню, про кого эта рубрика была. Эта программа, точнее. Вот, и... Если я не ошибаюсь, то эту игру мы даже смотрели в рубрике «Великие игры NBA». Если, конечно, мне не изменяет память, это та самая, в которой было три овертайма. Лори Партридж, одна из, видимо, актрис или моделей того времени. Довольно приятная девушка. И давайте смотреть, это Джон Хавличек. Хавличек отдает на... Здесь, мы здесь, в принципе, 92-87, такой счет за 2:30 до конца этой встречи. Вот Пол Уэстфилд сейчас бросает неточен. Ну, как раз Пол Силас отдает на Дэйва Коуэнса. Точнее, мяч у Хавличека. Да, и вновь атакует Бостон. Адамс, бросок, Элвин Адамс, видимо, подобрал мяч, и вот бросок точно Джон Маклауд это был. Вот осталось совсем немного до конца, минута с небольшим. Джоджо Уайт бросает, не точен Джоджо Уайт. И тайм-аут берет Феникс за минуту 33 до конца. Да, 92-89, Бостон по-прежнему выигрывает у Феникса. Ну, в сравнении даже с тем же Бостон Лейкерс, который мы с вами смотрели совсем недавно. Вот, мне кажется, что все-таки здесь играли в более быстрый, что ли, баскетбол. Наверное, потому что хотели скорее забросить. Все-таки не было такого, что команда сушила игру откровенно. Ой-ой-ой, какой бросок!
Пол Силас добивает, и до того под кольцо проходил Джоджу Уайт. Да, и Пол Вестфол, по-моему, наказывается персональным замечанием сейчас. И сейчас точно. 94-91, казалось бы, Бостон сейчас уже выиграл эту игру своим вот предыдущим броском, но нет, в итоге этого не случилось. Ой-ой-ой. Великолепно. Одно очко всего разница. И Пол Вестфол делает это. Более того, сейчас Пол Вестфол, по-моему, будет бросать штрафные броски. Вот видите, как в 72-м году Вестфол начинал играть за Бостон, но уже в 75-м он был продан Феникс. И вот теперь как раз Бостон-то он и мстит. Своей, кстати, очень великолепной игрой. Вот остается совсем ничего практически, 39 секунд, ну а счет-то равный. Но тут Дон Нельсон, если я не ошибаюсь, выводит мяч из-за боковой линии. Так, что же будет сейчас? Уайт, Коллинз, вот Нельсон с мячом. И Джоджо Уайт бросает не точен Джоджо Уайт. И Дэйва Коуэнса сейчас накрывают. Причем так хорошо, чистая мухобоечка получилась в адрес Дэйва Коуэнса. Да, ух как. Сильно-сильно выпрыгивали сейчас на Дэйва. Is a gutsy call in the Boston Garden. Well, you bet your life it's a gutsy call, but it was a call that had to be made. Ну, сейчас вот Коуэнс такой довольно обиженный. Получает свое очередное персональное замечание. И если я не ошибаюсь, это уже четвертое его персональное замечание вот в этом матче. У нас остается совсем немного времени для того, чтобы кто-то что-то сделал в этой встрече. Будет ли точный бросок или нет, неизвестно. Но вот давайте смотреть на Джона Хавличика, который бросает через рук сразу двоих игроков, не точно. Так оно и должно быть, потому что Хавличик находился в коробочке в буквальном смысле слова. Естественно, кто-то из этой коробочки свалил. Ну а получает персональное замечание Элвин Адамс, центровой Phoenix Suns. Джон Хавличек, 84% штрафных бросков, точнее 84% попаданий со штрафных. Ну и счет 95-95 становится. Неужели сейчас Хавличек выведет? Нет, не выводит он Бостон вперед. Остается очень мало, остается всего 17 секунд. 13 уже. Отдай мне, говорит Хавличек. Коуэнс, Хавличек. Ну вот с трехочковой линии, в принципе, он бросает. Ну, само собой, что это не трешка в нашем ее понимании. А и в итоге за 3 секунды до конца этой встречи берет тайм-аут уже... Берет тайм-аут Феникс. Вот как раз мы сейчас с вами увидим, перейдет ли эта игра в овертайм или нет. И мне все-таки кажется, что это та самая игра с тремя овертаймами. Да, так оно и есть. Это первый овертайм будет сейчас. Уже скоро совсем мы его увидим. Причем, по-моему, мы его увидим после паузы. But then they shocked the defending champion Warriors in the Western Conference Finals. Ну и как раз напомним, что Феникс вышел в плей-офф вообще случайно совершенно. Команда, в принципе, не снискала себе лавров в регулярном чемпионате, всего лишь на одну победу одержав больше, чем поражений. Однако же команда выходит, и все становится на свои места. For making me a fighter. Cause it makes me think.
phased by gravity. You're floating, focused as you drift. Common boundaries lie somewhere below. Time seems to stand still. Separation, ascent, expression. My name is Lionel Bradshaw, and I sell peanuts. Just like a ball player, I've got moves and my own style. I throw the peanuts, and then I throw the ball to them. The money goes in the ball. Then it comes back to me from across the aisle. But I manage to sneak a peek at the game here and there, and that keeps me smiling. So it's a fun thing I do. It's not a job to me. I enjoy the basketball and working at the arena. It's like a marriage together, like a marriage here, you know? That's the magic. Да, и нам только что отметили, что вот когда был вот этот финал между Фениксом и Бостоном, именно тогда был по телевизору самым популярным в Америке, естественно, фильм «Богач-бедняк». Ну, тот самый, который стал потом популярным и у нас. Одного из героев, кстати, если не ошибаюсь, играл литовский актер Калнич. Ну и что ж сейчас? Мы продолжаем с вами смотреть овертайм, уже первый овертайм этой встречи. Я имею в виду встречи между Бостон Селтик и Феникс Санс. Та самая, которая нам сегодня причислена к разряду великих игр NBA. Джоджо Уайт сейчас с мячом и пас на Хавличка. Ну, Бостон без него никуда, соответственно. Остается минута до конца вот этого овертайма. И Дэйв Коуэнс забрасывает, казалось бы, два очка, но нет. По-моему, даже сейчас Коуэнсу дают шестое персональное замечание. То есть сейчас пойдет он отдыхать на скамью запасных уже. Да, так оно и есть. Закончилась сегодня игра для этого центрового. Вот Джоджо Уайт. Причем очень хорошо подставился Элвин Адамс. Молодец. Адамс, ну и давайте уж будем напоминать, что вот в этом сезоне Дэйв Коуэнс покинул 10 игр из-за перебора персональных замечаний. Вот одна из них оказалась финальной, что, в принципе, во-первых, не красит самого Дэйва Коуэнс, ну а во-вторых, сейчас это реальная помощь соперникам Бостона, это реальная помощь баскетболистам Феникс Санс. Так, остается 42 секунды, ну, как бы это 42 секунды, еще целых 42 секунды. Не будем говорить о том, что якобы сейчас Феникс стал очень сильным. Нет, такого нету, конечно. Вот Энтли, Элтри. Элтри, как раз Денису Элтри также показывает шестой фол, но за что же, интересно? Элтри. Вроде ж заслон был поставлен, даже очень неплохо. То есть не в движении совершенно. Это уже вина игрока, наверное, Бостона, что он натолкнулся на вот эту стену. Так, вновь нам показывают Бостон Селтик, атаку Бостон Селтик. И Джоджо Уайт, какой проход и два очка. Ну что такое творится сейчас в Бостон Гардене? Творится здесь...
Ну, Бостон вроде как уже 109-106 повел. А остаются некие считанные секунды. Напоминаем, что трешки-то нету. Да, вот 19 секунд остается. Напоминаем, что трешки-то нету. И будет, наверное, все-таки невероятно сложно Бостону выиграть... Фениксу хоть что-то сделать, да? Потому что нету трешек, нельзя одним броском все это... Ой-ой-ой, что делает Ван Арсдейл? Перехватывает мяч и... Со второго раза Феникс забрасывает 2 очка. 5 секунд остается, и Феникс повел. Можете себе представить, какой жуткий прессинг Феникс учинил соперникам. И, соответственно, команда повела в счете. Ну, как раз пас на Ван Арсдейла. Ван Арсдейл не попадает с первой попытки, попадает с первой попытки. Остается еще целых 15 секунд играть. Вот опять же я говорю, не уже 15 секунд, а целых 15 секунд. Вот первый бросок не точен. И в итоге, смотрите, мяч проскользнул по руке Джона Хавличка, и вот вам, пожалуйста. И Гарфилд Херт выводит свою уже команду вперед. Да, и вот как раз более трудный бросок, что интересно, Херт и забрал. Да. 109-110. Ну, не знаю, в принципе, игру мы с вами эту уже видели, естественно. Ну и вот думаю, что не зря вот этот матч тоже входит в те самые лучшие 25, которые вообще причисляются к истории NBA, к такой, к великой действительно истории, ну, к истории с большой буквы, скажем так. Итак, это уже Celtic. И за 3 секунды, ну надо же, а? Джон Хавличек, по-моему, выигрывает этот матч. 110-109 счет становится. Точнее, счет-то держится вот именно 111-110. Так, ну, однако ж, судьи-то, посмотрите. Судьи здесь, полиция здесь. И надо сказать, что остается еще целых 2 секунды. Доигрывать не уходят еще команды с площадки. Ну, точнее, 1 секунда, но сейчас должны арбитры выставить-то на 2 секунды. Но пока не закончится время, естественно, не заканчивается мяч, матч. То есть есть время у Phoenix Suns для того, чтобы исправить это положение. Ну, совсем недавно вы видели в матче ЦСКА против Макаби, да, когда забросили российскому клубу бросок за секунду, запятая 4 до завершения встречи, и мяч-то оказался защитой. Итак, сейчас Бостон будет пробивать технический. Точно, то есть уже плюс 2 у Бостона, и Фениксу остается только лишь сейчас перевести матч в овертайм, то есть уже во второй овертайм в этой встрече. Вот на самом деле фолты должны были технически давать не Фениксу, соответственно, а Бостону, потому что Бостон уже убежал с площадки. Прежде чем Феникс, наоборот, на ней еще и остался. Ну, там, правда, Ван Арсдейл о чем-то начал разговаривать с арбитрами, после чего, соответственно, наказали.
показали фильм с техническим фаулом. Так, ну и просят людей уже уйти с линии баскетбольной площадки. Ну а люди уже готовятся, в принципе, праздновать то событие. А именно победу Бостона в очередном матче. Итак, Перри вводит мяч в игру с боковой. Великолепно, Гарфилд Херт. Ну вот не больше, не меньше, да? Гарфилд Херт сравнивает счет в этой игре, переводя ее в овертайм. Ну, Херт просто молодец, Херт умничка, и вновь Робин Робертс возникает на наших экранах, говоря о том, что Гарфилд Херт в буквальном смысле шокировал Бостон вот именно в этот момент. И Гарфилд Херт никогда не был известен как некий шарпшутер в NBA. Вот, вновь нам показывают вот это великолепный бросок, и это был не бросок Гарфилда Херда, естественно. Вот он сам говорит, что что-то со мной случилось, я не знаю что. Но я даже ничего не говорил ребятам, не говорил, чтобы они отдали мяч на меня. Но вот Пол Силас, который его, один из его опекунов, говорит, что это просто сумасшествие. People ask me why I do what I do. I don't think they understand the responsibility involved. I mean, it's awesome. Thousands of people pay good money to see the Coyote. He can't have an off night. I know there's a game going on, but I think most of the people are here to see the big guy. Sure, there's a lot of pressure, but when it's over, we just hope we've made the game a little better. Like this, you get to sit courtside every night, watch the world's best athletes. What I try to do is just add a little twist of my own to the game. Tony Kukoc, count it! I like the individual play. I'm sort of a highlight guy. Here comes Superman, Michael Jordan. I've got the best job in the world. Well, maybe I've got the second best job in the world. Nice shot. I've been a ball boy for the Sonics for 5 years. You want a bounce pass? I have a job to do just like everyone else. You got to be on top of things all game. As players check in, I pick up their stuff and fold it up. As they come out, put jackets over their heads. Once you're sitting this close, I mean, it's totally different than sitting in the stands. You're right there, and it's quite a rush. Just being with the players this close, it's a pretty sweet gig. This has got to be the best job. The triple overtime. Probably the greatest sporting event that I've ever been around. And what I remember most of all is JoJo White putting out so much. Ну, как раз Брэд Малбургер вновь так вклинивается в нашу с вами якобы даже беседу и говорит он следующее, что вспоминает Джоджо Уайт этот трипл овертайм, точнее тройной овертайм, который в финальных играх на то время был впервые зафиксирован. Ну, в принципе, естественно, так оно и должно быть, когда-то надо начинать. Вот начали в 76-м году. И вновь мы смотрим с вами уже отрывки вот этого третьего овертайма в матче между Boston Celtic и, соответственно, Phoenix Suns. Сейчас мы как раз увидим, я не знаю, напряженную ли концовку. Вот в чем вопрос. Потому как все-таки
И команда, и сами игроки, и тренеры, они уже устали. Устали, причем не только физически, но и очень сильно устали психологически, прежде всего. Потому как, ну, я не знаю, играть тройной овертайм, играть... Играть просто на нервном таком напряжении, естественно, сказывается на баскетболе прежде всего. Остается меньше минуты, и Джоджо Уайт забрасывает 2 очка, 124-120 впереди Бостон. Сможет ли, вот интересно, что-то сделать Феникс, потому что, я еще раз напоминаю, нету трехочковой линии все-таки вот на этих площадках NBA, поэтому нельзя быстро в два броска буквально преодолеть вот это отставание, так что приходится... Приходится, конечно, по два очка забрасывать, ну, надеяться на штрафные, которые могут подарить судьи в тот или иной момент. 33 points for that man. And White has scored 15 points in the last three overtime. Так, и сейчас нам показывают Ван Арсдейла, который не забрасывает. И подбирает мяч Макдональд, если я не ошибаюсь. На Макдональде сразу же фалят. И скорее всего, вот это был решающий бросок сегодня. Ну, 126-120. И вот проход Рики Сондерса. Ой, простите, Перри. 126-122. Все те же 4 очка. И тайм-аут берут баскетболисты Boston Celtics. Так, пас на Хавличика. И Маклауд сейчас, тренер команды Denver Nuggets, говорит своим подопечным, чтобы те делали фаулы. Ну, само собой, фаулы на Бостоне, чтобы затем двухочковыми сократить вот это отставание. Ну, в принципе-то, уже тогда, сейчас вот, если бы играли команду, то эта мера была бы явно действеннее. Опять же, я говорю только... с позиции сегодняшнего баскетбола, вот именно... трехочковыми бросками, тогда можно было бы сократить это отставание, даже если бы тот же Джоджо Уайт, допустим, который сейчас бросает штрафные, и если бы он попал бы все два. И сейчас Джоджо Уайт точен. Так, какой бросок, что же сейчас делает Пол Уэстфолл, а? 128-124. Бросок, конечно, великолепный, просто лучше не придумаешь. Однако, все равно плюс 4. Все равно плюс 4 у Бостона. И, ну что же, тактический фол или перехват. Ну, естественно, надеется Феникс на перехват, но вот... И он случился, перехват-то. Великолепно, 12 секунд остается. И нужен еще один перехват сейчас, конечно же, Фениксу. Но Бостон держит мяч. 2-1. И все. Все закончено. Само собой, все выбегают поздравлять Бостон с победой. 128-126 причем. Но тройной овертайм был сыгран, как-никак. Ну и само собой, что сейчас Робин Робертс распинается о том, насколько это интересная игра. Ну, в принципе... Ну вот сейчас нам как раз покажут игру. Еще одна игра с двойным овертаймом была как раз в финале против Чикаго в 93-м году. Ну и через паузу
Ну, наверное, уже завершающие, скажем так, фрагменты. Вот не фрагменты, а завершающие рубрики вот этой программы. It has often been the biggest stars who have provided the great moments. Ну и, соответственно, статистика, в частности, мы узнали, кто из игроков NBA больше всего провел финальных матчей чемпионата. Ну и что же, давайте посмотрим еще за несколькими великими моментами великих финалов. Ну, как раз в третьем овертайме Макдональд набрал 6 очков, он стал лучшим игроком того финала, той игры. Ну а теперь давайте смотреть на финал очередной с участием Celtic. Но здесь еще, конечно, в этой команде Хендерсон делает решающий перехват во второй игре, который переломил исход серии. Люди совершенно незаметные, да? Сейчас делают исход серии. That's right. Vinny Johnson, who grabbed the spotlight. His 15-foot jumper with time winding down gave the Pistons. А вот смотрим 90-й год, финал Детройт против Портленда, и вот этот бросок Винни Джонсона приносит победу. Победу своему Детройту. Несмотря на то, что лучшими были, конечно же, Твин Тауэрс в составе Сан-Антонио в финале против Нью-Йорка, именно Эвери Джонсон принес победу этой команде. О, Дикембе Мутомбо говорит, что лучше всего это Мэджик Джонсон. Вот, а Гэри Пейтон, по-моему, чей голос сейчас за кадром мы слышим, говорит о том, что лучше всего ему игралось в финале 96-го против Майкла Джордана. Дикембе Мутомбо, скажем, разделяет мое мнение о том, что именно Феникс Чикаго был лучшим финалом за всю историю чемпионатов NBA. На самом деле, вот тоже я думаю, что именно Феникс Чикаго это является лучшим, наверное, финалом. Но вот Джо Смит наоборот говорит, что вот та серия, которую мы сейчас с вами смотрели, 87-й год, это... И вот сейчас нам показывают
Ази Томаса, когда он повредил ногу в матче с Лейкерс, но все равно он набрал очень много, около 30 очков. Ну, Джо Сейли играл рядом с ним, он все знает, он все видит. Да, и Робин Робертс тоже подтверждает этот факт, что, в принципе, все финалы хороши, выбирай на вкус. И, в принципе, фрагменты этих финалов мы с вами смотрим в рубрике «Исторические игры NBA». Ну и вот как раз Робин Робертс говорит о том, что... Вернемся мы через минутку буквально. И вот в 1962 году Элджин Бейлор набрал 61 очко в финальном матче против Бостона. Это пока рекорд по набранным очкам в одной игре в финальной серии. Once you take off, you don't know how far you are away from the basket. You just know I can take off. Just explode, just try to get up as high as you can, and sometimes feel like you're in slow motion. It's quiet all the way to the basket. It's effortless. And once you're up there, you have enough time to think about what you're gonna do. I just want to keep going until I reach the top. You're going up and the defender jumps with you. You have to go over. Simple as that. My favorite move is trying to, you know, get the ball on the block. Trying to take my man left and right, back and forth, spinning away. Either shoot a fadeaway or shoot a nice little jump hook. Sometimes you got to react to how the defensive man is playing you. But other times you got to make the defensive man play you the way you want to. Depends on the situation and how well you're rolling at the time. And I just try to, you know, pick and choose my spots when I want to make my move. I just love to be on the court. Ну а тем временем мы возвращаемся с вами в Vintage NBA, ну, буквально на секундочку. И на самом деле, говорит Робин Робертс, что финалы чемпионата NBA — это самая настоящая драма. Драма характера, драма людей, драма всего, что только можно придумать. И поэтому люди смотрят финалы NBA, не только в США, и получают эмоции, сходные, наверное, с голливудскими фильмами. Вот так вот, ни больше, ни меньше, прощается с нами Робин Робертс. Ну и я думаю, что в этом году мы с вами, вот All-Star Weekend уже прошел, вот я думаю, что увидим мы с вами и финальную серию в прямом эфире на NBA TV, финальную серию сезона 2003-2004.